Добрый вечер. В эфире «Вести», Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Чекланов. Сегодня из Карачаево-Черкесии в разные уголки России отправились грузы для мобилизованных и их родных. В Магаданскую область скоро поступят подарки для семей военнослужащих из этого региона, участвующих в специальной военной операции. Таким образом, региональное отделение «Единой России» присоединилось к акции, которая проходит по всей стране. Подарки будут доставлены к 4 ноября многодетным и нуждающимся семьям мобилизованных добровольцев и военнослужащих. 50 наборов, в которые входят продукция товаропроизводителей из нашей республики, а также открытки с теплыми пожеланиями. А чуть позже уже на территорию новых российских регионов отправился груз с вещами и продуктами питания для жителей Карачаево-Черкесии, которые участвуют в специальной операции и защите мирного населения. Сбор всего необходимого проходил при участии депутата Госдумы Джишарбека Узденова, ряда предпринимателей республики и волонтеров «Единой России». Сегодня мы отправляем очередной гуманитарный груз, который предназначен для наших военных ребят. Отправляем через 34-ю бригаду. В составе груза находятся газовые баллончики в количестве 2000 штук, портативные газовые горелки, 2000 комплектов термобелья, 2500 обычных носок, около 2000 вязаных носок, которые собрали наши жители Карачаево-Черкесской республики. В рамках проекта «Народного фронта. Все для победы» стартовал региональный сбор средств, которые направят на закупку необходимого мобилизованным из Карачаево-Черкесии, чтобы помочь нашим землякам, участвующим в спецоперации. Молодежка ОНФ организовала сбор макулатуры. Подробности у Али Баташева. Каждый принесенный пакет с макулатурой взвешивается, данные заносятся в блокнот. Старые газеты, отслужившие свой век книги, календари, использованная бумага, картон и другие бумажные изделия отправятся на переработку. А вырученные деньги – нашим бойцам, участвующим в спецоперации. Студентка Елена Дабулова считает, что такая акция поможет и людям, и природе. Я услышала об этой акции и решила тоже поучаствовать. А сложно было макулатуру сейчас собирать? Несложно, потому что у меня есть бабушка и дедушка, у которых огромное количество старых книг, и они посодействовали. Мы решили это экологически полезное дело провести в рамках Народного фронта «Все для победы». Сейчас стартовал региональный сбор, в котором могут поучаствовать все жители республики, а все вырученные средства будут направляться нашим защитникам, которые находятся на специальной военной операции. Молодежка ОНФ решила перечислить все собранные средства от сбора макулатуры нашим защитникам, то есть мобилизованным. Если раньше проект «Все для победы» был направлен только на поддержку бойцов и мирных жителей Донбасса, то теперь рамки расширены. Появилась возможность помочь именно военнослужащим из Карачаево-Черкесии, участвующим в спецоперации. Народный фронт получает обратную связь с передовой о том, в чем нуждаются бойцы. На собранные деньги это собирается и отправляется на передовую. В региональный исполком Народного фронта по адресу Черкесск, Ленина, 34, можно принести средства личной гигиены, обувь, термобелье, но в приоритете спецсредства – тактические аптечки, квадрокоптеры, прицелы, бинокли. Подробная информация на сайте Народного фронта. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, «Вести», Карачаево-Черкесия. Сегодня в поселке Романтик завершил свою работу межрегиональный молодежный форум «Межкультурный диалог». Основные темы площадки – межэтнические отношения, профилактика экстремизма в молодежной среде, а также вопросы сохранения культурного разнообразия. Ахмат Халкечев подробнее. Молодежный форум «Межкультурный диалог» – это новые знакомства со своими сверстниками другой национальности, культуры и вероисповедания, а также новые знания от компетентных спикеров. Эта площадка собирает активную молодежь уже четвертый раз. Ну а в год ознаменования столетия Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи форуму было решено придать статус межрегионального. Мы охватываем разные слои населения, молодежи из разных социальных групп. А в частности, вот сегодня и в прошлом году мы уже начали вовлекать процесс и студентов, обучающихся в исламских учреждениях. Мы не разделяем светскую молодежь и религиозную молодежь, все вместе реализовывают совместные проекты во благо наших республик. Спикерами и экспертами встречи традиционно стали представители ведущих федеральных вузов, правоохранительных структур, духовенства и министры. Тяжелые годы 90-е, когда в стране было много кризисов, нас они именно межнациональные, межэтнические, к счастью, миновали, мы их преодолели
без кровавых форм. Да, были противостояния, которые политически мудрым путем были разрешены. И здесь, в Карачаево-Черкесии, многим регионам пример. Этим опытом мы делимся, но актуальность не исчезнет, потому что всегда растет новое поколение. Более 100 молодых людей из разных регионов Южного и Северокавказского федеральных округов осваивали основы мозгового штурма и командного взаимодействия. Это все необходимо для более эффективной работы по выработке новых идей по гармонизации межнациональных, межконфессиональных отношений и профилактике экстремизма в молодежной среде. Все спикеры очень грамотные и люди, которые, мысли которых хочется просто запоминать и использовать в дальнейшем. Сегодня мы будем работать над темой утраты исторических ценностей и культурного наследия. Конечно же, акцент будем делать, чтобы молодежь не забывала про свою историю, не забывала язык, традиции, обычаи. Если ты не можешь знать своего языка, не будешь знать свою культуру, то ты не сможешь просто уважать культуру другого человека. Ты не будешь понимать, как это связано и как другие народы связаны друг с другом. Все беды, возникающие на межнациональной и межконфессиональной почве, от необразованности и от незнания ближнего своего, отметил министр по делам национальности и общественным проектам Кабардино-Балкарии Анзор Курашинов. На мой взгляд, площадка очень эффективная, потому что общение, знакомство ведет к тому, что наша молодежь, наши люди начинают друг друга больше понимать. Этот и подобные форумы, они будут вести к более высокому уровню взаимопонимания ребят, которые участвуют в этих мероприятиях. В течение 4 дней участники проходили тренинги, учились проектному менеджменту и знакомились с разнообразием культурных и конфессиональных особенностей народов нашего и других регионов. Ахмат Халкечев, Ислам Урумов, Вести Карачаево-Черкесия, поселок Романтик. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью и утром местами небольшой дождь, в горах со снегом туман, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10, температура ночью 2-7, в горах до минус 5, а днем 8-13 градусов тепла и местами до плюс 7. В Черкесске без существенных осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 4-6, а днем 10-12 градусов тепла. Вы ее ждали? Новая коллекция шуб, пальто, курток по низким ценам. Рассрочка без переплаты и первого взноса. Ждем вас, Кавказская, 42, троллейбусная остановка на кругу, город Черкесск. Полундра! Пираты захватили Кисловодск! Захватывающее цирковое шоу с 29 октября в Кисловодском цирке. 2-96-58. Спешите узнать тайну пирата. Окна в рассрочку! Оконный комбинат. 8-938-333-920. Продолжаем выпуск. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии провели разъяснительную беседу со студентами Института цифровых технологий СКГА на тему «Правила поведения в социальных сетях и противодействия экстремизму в молодежной среде». Студентам показали специально подготовленные тематические видеоролики с их последующим обсуждением. Организаторы мероприятия рассказали об основных составах преступлений и правонарушений экстремистской и террористической направленности, а также дали разъяснение об ответственности, предусмотренной законодательством. Встреча со студентами прошла конструктивно и плодотворно. Руководство института поблагодарило организаторов за интересные выступления, и стороны договорились о периодическом проведении встреч, семинаров и лекций. Круглых столов и брифингов по вопросам профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде. Это мероприятие важно, потому что это молодые люди, они сейчас в своем, скажем так, возрасте, они уже считают себя взрослыми, но с точки зрения, скажем так, эмоциональной, они открыты, они уязвимы. И поэтому, скажем так, люди, которые занимаются распространением идеологии или фейковой информации, как раз пользуются, скажем так, услугами молодых людей. То есть они находят в них стараются найти поддержку, чтобы распространять дальше свои, скажем так, не очень хорошие идеи массы. Такого рода мероприятия нами проводятся на постоянной основе. Целью их является разъяснение подросткам такого понятия, как экстремизм, какая деятельность у нас является экстремистской и какие виды ответственности за это предусмотрены.
Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день самым простым способом распространения экстремизма у нас является интернет. И поэтому наша задача предупредить пользователей социальных сетей о том, какая опасность их там может подстерегать. Это как начиная от распространяющейся фейковой информации, так заканчивая призывами к несанкционированным акциям. Яркое событие в культурной жизни. Карачаево-Черкесию посетил известный пианист современности, заслуженный артист Российской Федерации Юрий Богданов, профессор Российской Академии Музыки имени Гнесиных, преподаватель кафедры специального фортепиано. Юрий Богданов провел мастер-класс в Колледже культуры и искусств имени Аслана Даурова. В течение нескольких часов он щедро делился своими знаниями и опытом с преподавателями и студентами. Концертирующий пианист и солист Московской государственной академической филармонии отвечал на вопросы и демонстрировал виртуозную технику игры на фортепиано. Маэстро впервые посетил нашу республику. Мы говорим о важных вещах, мы говорим о традициях русской фортепианной школы, заложенных еще в 19 веке, продолженных в 20-м, и о современном этапе, сейчас уже 21 век, на котором мы сейчас находимся, что нам сейчас делать, каковы наши пути развития музыкальной педагогики, каковы пути развития в регионах, включая Республику Карачаево-Черкесия. Я думаю, что это общение, наверное, важно и полезно для всех, включая меня. Сегодня в нашей стране отмечается День бабушек и дедушек. Без этих дорогих сердцу людей жизнь была бы не столь уютной, теплой и счастливой. Ведь они стараются подарить свою любовь, ласку и заботу внукам и поддерживать при этом своих детей. Знают ли об этом добром празднике у нас в республике, узнавала в своем опросе Альбина Курачинова-Кенджева. Обязательно бабушки и дедушки нужны, обязательно. Потому что без них никуда. Мы старшее поколение, как бы. Это наши, будем говорить, дети. Мы их любим больше намного, чем своих детишек. Ну, были же молодыми. Ответственности поменьше было. Сейчас больше ответственности. Вот, как бы. А что пожелать подрастающему поколению? Подрастающему поколению, чтобы любили, уважали старших. Здоровья старшему поколению, чтобы подольше жили. Всего доброго. И мирного неба над головой. Я желаю своей бабушке, чтобы она... И она не болела, и чтобы она очень хорошо умела жить. Пожелаю здоровья, и чтобы их дети и внуки всегда были рядом. А у вас есть бабушка? Да, конечно, даже несколько. Я их очень люблю и стараюсь всегда помогать им, когда они попросят, и просто делать им приятно. Я желаю здоровья и всего самого лучшего. Счастья, как бы, чтобы она долго жила. Ну и чтобы никогда не унывала, и чтобы до последнего момента она знала, что ну, с ней всегда кто-то есть. Чтобы она не чувствовала себя одинокой никогда. Мама, папа работают, а я вот сегодня... Обычно бабушка водила, а сегодня я. Ну, как вы считаете, бабушки и дедушки важны и нужны? Надеюсь, да. А ты любишь своего дедушку? Да. Желающих проверить свои географические знания в это воскресенье приглашают принять участие в просветительской акции, которая проводится по инициативе председателя попечительского совета Русского географического общества Владимира Путина с 2015 года, а в 2018 году масштабная акция РГО покорила космос. И с тех пор она ежегодно проводится и на борту Международной космической станции. В географическом диктанте 2022 можно принять участие как очно, так и онлайн. На сегодняшний день число площадок географического диктанта РГО, прошедших регистрацию, превысило 1000. Итак, географический диктант пройдет 30 октября, начало в 12:00. В Карачаево-Черкесии откроется более 20 площадок, главное в Карачаевске, в КЧГУ. Это все вести, а прямо сейчас смотрите вокальное шоу «Ну-ка, все вместе».